понял. Потому что по результатам вопроса их там тысяча видно. Ну, еще раз иди. А да, я принял. Ну, отписано, доклад. Мы выполняли три задачи по нанесению новых ударов, по подавлению огневых целей противника. Это командный пункт противника, зенитная батарея на старте, а также взлетно-посадочная площадка. Пуски вы видели, цели поражены по докладу разведки. Разведки в данном случае цели скрывались двумя способами. Первый способ — это с помощью разведывательных групп. Второй способ — с помощью использования беспилотных летательных аппаратов. По оценке, воздушной оценке, цели поражены. Оценка отличная.